Все, я теперь выставил. И планеты разные, то есть планеты соответствуют карте, над которой мы летаем, грубо говоря. И да, нас много, нас не 5 рыл, сука. Нас 8. А так проще матч забить, мне кажется. То есть вот, чем больше людей. То есть очереди не такие длинные. На самом деле, эти 10 человек только 16. Я сейчас скажу глупую вещь, я тебя не вижу. Я внизу и вижу влево там. А, вижу. Несколько человек нормально. Все, они тут отстрелялись уже. Тут монарх висит, видимо, хочет напасть на кого-то. Команд шип. А, это анслоут? Это анслоут, что ли, режим этот дурацкий? Да-да-да. Понятно. А почему нас закинуло в 4 уровне, мне интересно? Ну, знаешь, я на короле 1 уровня уже плавал с этим, с 4 уровнем. Но это тупо. Так что уже всегда видно. Видимо, людей не так много. Начинает закидывать кому попало. Ну да. Так, так, так. Блин, они там засели, конечно, хорошо. Но я не могу его вытянуть, зараза. Как они любят эти нуки швырять. Чёрт. Да чё ты нашёл, ты растолкал, короче. Блин, хилер его держит. Я тебя не выдержу столько. Попробую сейчас его убить. Блин, щит включил. Все, походу. Блин. Да, он его быстро, конечно, вытянул. Блин, я считаю, это нечестно. Я хрен знает, какого уровня это был корабль, но если это был 4 уровня, как бы без вариантов, я бы его и не смог завалить. Блин, это собака. А, он прям со мной прилетел. Его перный болит. Нихера себе, он быстрый. Да ну уже. Когда хилер второго ранга не может удрать от дредноута третьего ранга. У меня просто, я на скорости лечу, он меня догоняет. В принципе, нам особого переться вперед нет смысла, нам надо главное держать цель живой. Блин, там вот этот вот дредноут с хилером, блин, он постоянно там пасется, его никто убить не может из-за этого. Хилер тоже, наверное, высоко. А, я смотрю третьего, походу. Я вижу четвертого. А, нет, четвертый. Дредноут третьего. Четвертый, третий. Отлично. У нас хиллер, а четвертого есть тоже. Ну я не там. Так, там я смотрю. У нас два второго уровня. Там дредноут, смотрю, держат два хиллера. Поэтому он и не умирает. Я даже не вижу тебя сейчас.
Не-е. Блин. Да ну бред. Черт. О, жесть. Интересно, я удавлю? Да, я удавил. Блин, меня этот эсминец сейчас убьет. Ох, жесть. Охренеть, фокус был такой. Ты знаешь, что здесь истребителя можно сбивать? Ну да. Что за херня? Убиваю врага и засчитывается это командному кораблю вдруг. Это их высокоуровневый хиллер обнаглел. Вошел в ближний бой, но там его каким-то образом передамажил. Не хилили, походу. Кстати, я заметил прикол, что мы каким-то макаром все равно выигрываем. Ага, причем значительно. Я сейчас за солдшупами за этим охочусь, поэтому. Блин, падла. Давай, давай, давай. Стрелю. Ах, черт. Блин, а сейчас они не так... О, черт, здесь этот дредноут. Ненавижу эту хрень летающую. Блин, меня прибили с двух сторон дредноуты. Ну и че ты не дамажишь, а? Умри, падла. Столько ракет. Ах, как он маневрирует быстро, зараза. Ага. Ну я только что видел, как дредноут, а дестройер носился, блин, быстрее, чем я. Это он, это вот этот легкий эсминец, он очень быстро маневрирует. Я его помню. Блин. Смотри, там кому-то шоу с жопы сейчас будет. Чё, блин, да, дестройер именно вот. Трафальгар, собственно. Ну не именно Трафальгар. Здесь они вообще разные, то есть они есть тяжелые и очень медленные, и средние-средние, а есть прям легкие-легкие и ватные из-за этого, но очень быстрые. Это же уже не эсминцы. То есть, блин. Это эсминцы. Черт. Они великоваты размерами все-таки. Ну да. Черт. Так, есть. Кто еще не сдох? В смысле, много кто не сдох?
Блин, их много там. Но уже не важно. Преимущество больше, чем два раза. Угу. Серьезно, да. Ну-ка, сейчас уровни посмотрим, что там. Блин. Чё? Там мне не дали корабль сменить. Еще несколько секунд от прыжка, но нет, не дали. Закрылась менюшка выбора корабля, я оказался не на том, что хотел. Ну... Эсминец сделал, да? Да, я глянул, что медиков нет. Хотел на медик переключиться, и тут менюшка закрывается. Нет, один есть. Кощей. Это медик. Простите. Нет, это не Кощей, но это вот такого типа посудина. О. Один из. Мне нравится, что тут таб, когда нажимаешь, не закрывается. У нас попёрся вперед прям сразу. А, давай, давай, давай. Блин. О, ядерная ракета. Да. А чё-то как-то ничего и не это. Я там накрыло кого-то сверху, я смотрю. ХП осталось. Там тяжелый дредноут идет. Ой, там сзади кто-то. Вижу. По-моему, там снайп. Все, его сбили. Нет, не сбили. Вон он, хрень. Ну все, он ушел. Так, истребители летят, я вижу. Ах ты срань. На нашу снайпера там напали. Мне жопа. Опять эта мелкая херотень с ненормальным уроном. Блин. Разве он тебя убил? По-моему, это не он был. Он меня жутко раздамажил, но добил уже другой. А, да? Он мне на 10 тысяч хп нанес урона, да. За пару секунд. А добил тот, что нанес 2 тысячи хп. Снайпера. Угу. Понятно. За такой огромный урон, такой маленькой херотени. Её хрен собьёшь, зато он тебя разнесёт. Да что ж ты... Это часть игры. Блин, там так это по сейчас надвигается. Блин, убежал. Быстро убежал, причем. Так, минус один. Блин, не вижу этот карви дурацкий. Этих говна, господи. Да. Блядь. Просто один меня свисил дамажил, второй прилетел и еще раз дамажил. Вот суки. Не, ну это как вообще не очень. Я его сбить не могу, потому что он мелкий, все потом просто мимо прилетают. Вот этих еще можно кое-как сбить на самом деле. Ну то есть как кое-как? Кое-как. Совсем кое-как.
Ага, заходит. У нас, кстати, вообще здесь одна группа кораблей летает. Я вот вместе с ней держусь и пока не умираю нормально. А ты где? Меня все время спавнят у них за спиной. Я... А, понятно. Я в прошлый раз мне удалось двоих убить из-за этого. Блин, я не могу попасть в эту хрень. Ну да, вот эту херотину. Нет, я просто попасть по ней не могу, меня вот это бесит. Че я и говорю? Мелкая гадость с огромным уроном, это не нормально. Ни хрена не баланс. Если не летает, не летает по прямой, то... Ну... Ах ты скотина. Это, с ракет сдох. Хорошо. Так, мелкий идет, мелкий. Заходит на дредноут. Зараза. Я иду, но, блин. Они вдвоем идут. Да господи, я переключился спать. Сейчас приближаюсь. Ты знаешь, что здесь во время респауна вообще корабль можно сменить? Я знаю. Это я к тому, что если хочешь переключись. Да господи! Да вы серьезно? Я посмотри, сколько ему осталось. Да. И просто в него патрон не прилетает. А далеко он, 5 километров. Сейчас он отрыгает. У меня больше. Как-то такое впечатление, что снаряды как-то низко летят, ниже прицела. Ладно, будет видно сейчас. Там вот этот тяжелый хирь. А, ну его хилят. Да, причем вдвоем его хилят. Да, вижу. Так, надо следить, чтобы эти мелкие не подобрались. Вижу, мелкий идет, но он на снайпера попал, напал. Я вижу хиллера одного уроженца. Блин, откат. Сейчас он. Все. Зараза, откатывается, все. Черт, внизу засранец идет. Да что ж, постоянно перезарядка такая дурацкая. Отлично. Так, этот сбоку решил обойти. А, давно это мелочь летает. Которую я убить не могу. Классно, он ушел застроит, конечно. Давай. Ну все, он на Т4 километра убежал. А, ну и ладно. А, нету, играете, смотри. Вроде проигрывали, но ладно.